Пошел ты. И ты пошел. И весь этот город пошел. Кто в нем живет? Все пошли. Нет, нет, нет. Нахрен меня попрошай, глянющих деньги. Спасибо. И смеющихся у вас за спиной. Нахрен мойщиков окон, пачкающих чистое стекло моей машины. Нахрен вы все мне сдались. Пакистанцы и сикхи, гоняющиеся по улицам на своих развалюхах. Насквозь провонявших карри, запах которого отравляет весь день. Террористы хреновы. Тормози нахрен. Я думаю, сделать операцию по удлинению пениса. Нахрен мальчиков из Челси с их навощенной грудью, накачанными бицепсами, целующимися в парках у нас на глазах, присущими членами на канале для голубых. Нахрен корейские лавки с грудами дорогущих фруктов и их тюльпанами и розами, завернутыми в пластик, по 10 лет живущим в стране, не говорящим по-английски. Нахрен русских на Брайтон-Бич, головорезов из мафии, сидящих в кафе, потягивающих чай из чашек с сахаром в прикуску. Везде лезущих со своими делишками. Да пошли вы туда, откуда пришли. Нахрен хасидов в черных шляпах, шляющихся по 47-й стрит в грязных габардиновых пальто и в пятнице, продающих южноафриканские бриллианты. Ваша жена этого достойна. Нахрен брокеров Солл-стрит, доморощенных повелителей вселенной, которые хотят быть типа Майкла Дугласа и Гордона Гекко, изображающих способы обобрать трудящихся до нитки. Посадить бы этих мошенников Сен-Ран до конца дней за решетку. Вы думаете, Буш и Чейни не знали об этом дерьме? Да я вас нахрен умоляю. Тайко, Имклон, Адельфия, Уолкам, нахрен порториканцев, 20 человек в машине, увеличивающих армию живущих на пособие, самый хреновый парад в городе. А порториканцы рядом с доминиканцами просто отдыхают. Это что за козёл? Вали отсюда нахрен! Нахрен итальянцев из Бенсонхерста с напомаженными волосами, медальонами со святым Антонием, размахивающими битами с автографом Джейсона Джамби, надеющимся сняться в клане Сопрано. Нахрен, нахрен, нахрен! Нахрен богатеньких жён из верхнего Исайда с их шарфиками от Эрме и 50-долларовыми артишоками из магазина Болгария. Дучи, отъевшимися лицами, подтянутыми, подрезанными, подшитыми до лоска. Противные. Нахрен, братков из черных кварталов. Они никогда не пасуют мяч. Они никогда не играют в защите. Они нарушают правила, чтобы быть ближе к корзине. И они хотят всю вину взвалить на белого человека. Рабство отменили 137 лет назад. Пора отвечать за свою гребаную жизнь. Нахрен продажных полицейских, сующих тебе в зад туалетный вантус и выпускающих 41 пулю с их круговой порукой. Вы предали наше доверие. Нахрен священников, которые лезут в штаны невинным детям. Нахрен церковь, которая их покрывает, предавая нас греху. И раз уж мы об этом начали, нахрен Иисуса. Он легко отделался. День на кресте, выходные в аду, а потом аллилуйя от легиона ангелов навеки вечные. Попробовал бы 7 лет. Вот и свели. Нахрен Усама бен Ладена. Аль-Каиды и запоздалые поиски фундаменталистов по всем щелям. Во имя тысячи невинно погибших. Я молюсь, что ты проведешь остаток вечности вместе со своими 70 шлюхами, поджариваясь на сильном огне в аду. И пусть твои верблюжатники с полотенцами на головах поцелуют мой царственный ирландский зад. Я замечаю, как много из того, о чем я думал, является свидетельством репрессий. Нахрен Джейкоба и Линский. Сексуальных и прочих. Вечер недовольного жизни. Нахрен Фрэнсиса Ксавьера Слоттера, моего лучшего друга, который осуждает меня, сам пялится на задницу моей подружки. Нахрен Нэчерл Ривьер. Я ей доверяла, она ударила меня ножом в спину, сдала меня легавым чертова серва. Нахрен моего отца с его нескончаемой скорбью, стоящего за барной стойкой, потягивающего содовую, продающего виски пожарным и болеющего за нью-йоркских янки. Давай, Янки! Давай, Янки! Нахрен весь этот город со всеми жителями. От смежных домиков Астории до пентхауса в парк-авеню. От типовой застройки Бронкса до мансард Сохо. От доходных домов алфавитного города до облицованных фасадов на парк Слоун. И до двухуровневых домов на Стейтен-Айленд. Чтобы его разнесло землетрясением, чтобы он сгорел при пожаре, чтобы он сгорел дотла. А потом, чтобы поднялась вода и затопила этот заполненный крысами город. Нет, нахрен тебя, Монтгомери Броган. У тебя было все. И ты все это профуфукал, тупой ублюдок!
Что ты думаешь о Нэчер? Хорошая девочка. Твоей матери она бы понравилась. Ты ей доверяешь? Доверяю? Почему я должен ей доверять? А я могу ей доверять? Чему это ты клонишь? Не знаю, мне говорят странные вещи. До меня доходят разные слухи. Что она позвонила в полицию и донесла на меня. Зачем ей это было нужно? Может быть, у них есть что-то на нее. Такое бывает. Они находят что-то и давят на тебя. Она любит тебя, Монти. Я не верю, что она могла тебя предать. Не знаю, не знаю. Все стало как-то странно, отец. Я смотрю на окружающих меня людей и думаю, что это мои друзья. Я даже не знаю, что это за люди. Понимаешь? И даже Нэчерал. Знаю ли я ее?